То, о чем долго говорили и чего боялись, произошло. Бешенство добралось и до столицы Бурятии. Во дворе жилого дома обнаружили дикую лису. Животное забралось в гараж жителя зверосовхоза. Опасаясь нападения, мужчина запер хищницу и вызвал ветеринаров. По прибытию врачи усыпили лису и отправили анализы в лабораторию. Результаты подтвердили вирус бешенства. Ограничительные мероприятия будут, карантин налаживаться. Неблагополучный пункт у нас поселок Забайкальский. И плюс угрожаемая зона город Улан-Удэ. Карантин объявят сразу после распоряжения главы. В этом случае ограничительные меры введут на срок до 60 дней. Всем домашним животным проведут вакцинацию, усилят отлов безнадзорных собак и кошек, с населением проведут профилактические беседы. Напомню, бешенство крайне опасно для людей. В случае заражения болезнь может привести к необратимым последствиям вплоть до летального исхода.